Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю сериал, который называется «Жизнь Рарити». Как вы знаете, это новое название. Пока я начинать не буду, я хотела бы вам показать прическу моей пони Флаттершай. Меня в комментариях попросили показать. У нее такая косичка, только немножко она так расплелась. Вот это моя Флаттершай. И вот косичка такая. И просто хвостик. Флаттершай, показываю вам. Так, ну ладно, давайте начинать сериал «My Little Pony. Жизнь Рарити». Так, начинаем. Будильник. Ой, корона упала. Пип. Мама, ой, это что-то кусает. Мам, так, мама, да мам, где же она? О, что это? Записка какая-то. Доброе утро, Рарити. Я ушла. По делам. Ой. Выкини мусор на первом этаже, позавтракай, переоденься, отведи сестренку свою в детский сад. А потом жди, когда приедет твоя сестра, и вы будете печь эти традиционные печенья. Как я их не люблю. Печь. Ну, так невкусные, в принципе. Сегодня какой? Да. Так и знала. Сегодня 13-е, а в 13... Ай, господи. А 13-го у нас традиционно надо печь печенье. О. Будешь печные печенье? Вечером я приду попробую их. Ладно, целую, и я вам принесу подарок. Интересно, что это такое? Ну ладно, надо узнать. Так, что там было сказано? Надо переодеться. Ладно. А сегодня какое? Так, сегодня вторник. А, я уже не учусь сану. Ладно, пошла переодеваться. Так, первый этап выполнен. Так, я переоделась. О, мои куколки уже проснулись, девочки. Так, надо выкинуть мусор. Мама выкинула тут всю нашу еду почти. Ну и, конечно, мои вещи, которые недавно купила, но я их быстро испортила. Ладно. Ой, все. Сейчас вынесу. Мусор. Все. Мусор я вынесла. Так, что дальше? Пойду посмотрю. Так, позавтракать сейчас. Позавтракаю. Так, сейчас отвезу это. Так, это отвезла. Теперь, сестренка, просыпайся. Не хочу лялить. Ну ладно, что случилось? Пойдем, я тебя отведу в детский садик, а вечером нам мама что-нибудь вкусненькое принесет. Уля! То есть подарок. Да. И там было сказано, вроде он вкусный. Да, вкусный подарок. Реально, это очень вкусно. Ладно, пойдем. Пошли. Вставай. Ой, пойдем. Фу, что же мне еще там надо делать? Так. Ждать, когда приедет моя сестра. Жду. Прошел час. А, кто это? Это я, моя сестра. О, круто. Ну что ж, давай печь эти печенья. Давай. Красивый у тебя ободочек. Спасибо. Тебя зовут Старлайт, да? Да, я Старлайт Глиммер. Ладно, Старлайт, пошли, можешь свой ободочек снять. Нет, я пойду с ним. Пойдем.
Так, пойдем на кухню, будем месить тесто. Пошли на кухню. Так, мы на кухне. Сейчас первое это тесто. В тарелке, конечно же. Так, тесто есть. Теперь надо его месить. Сейчас будем месить его. Так. Месим, месим. Давай, помогай. А, да. Надо вот так вот месить, 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 месить. Да. Теперь надо выкладывать тесто на противень. Так, печеньки готовы. А, ну, не готовы, они уже в противень. Так, дальше. Надо противень засунуть в печку. Теперь по этапу надо сделать начинку. Для этого берем специальную смесь. Раз, два, три. Смесь. Смесь готова. Теперь надо подождать, когда приготовятся пирожки. Ждем. Пирожки готовы. Теперь берем и делаем начинку. Да, сейчас. Пирожки готовы. Так, ждем, когда мама придет и попробует наши пирожки. Да, они получились очень вкусные, мы их очень долго делали. Да, сколько? Целые, ну, наверное, где-то полторы часа. Да, ну, в принципе, достаточно для таких вкусных наших традиционных пирожков. Так. А? Ну, кто там еще? Ну, кто? Так. Я бегу, я бегу. Бегу. Дочка, где вы? А, мы тут. Ой, да, мы тут, мама. Чудесно. А я знаю, что за сюрпризы. Так, ладно, зарница, беги к себе и посмотри, что за печеньки. Уля! А я вам хотела показать, и вам, мои дорогие телезрители, очень вкусную пиццу. Ура! Пицца! Пойдемте вниз. Сначала посмотрим на пирожки. Отменно вкусные пирожки у вас получились. Так, пирожки мы, конечно же, съедим, но надо, конечно же, испробовать пиццу. Секундочка, я кое-куда. Ой, девочка, вставайте. Пойдем. Встаем. Я сейчас. Вот, смотрите, девочки. Пицца! Мармеладная пицца фирма Чупа-Чупс. Мамочка! Это какая аппетитная пицца! Давай же откроем ее! Я согласна. Ну, я тоже хочу посмотреть, что это же за пицца чудо. Вот так она выглядит. Это обложка. Сзади там всякий штрих-код. И можно написать, от кого и кому хотите эту пиццу. Вот мармеладная мини-пицца. Я тоже хочу попробовать. Тогда надо ее открыть. Сейчас. Достанем как-то... какая аппетитная пицца! О, как аппетитно выглядит! Вот мы достали нашу пиццу, и опять она завернута в упаковку. О, как упаковали пиццу. Так, сейчас мы ее раскроем. Вот наша пицца готовая, такая уже вкусная. Как я хочу попробовать! Вкуснятина! А я дай-ка. Да. Да, вкусно. Девочки, дайте. Ой. А! Луна упала твоя. Сейчас я ее подниму. Вкусно. Луна упала. Сейчас я ее подниму потом. Да, вкусная пицца. Я попробую.
Да, такая вкусная фруктовая пицца. Да. Ну ладно, всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, смотрите мое видео, подписывайтесь, конечно же, на мой канал. И напишите в комментариях, кто ел и видел такую пиццу. И всем пока. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.